Еще некоторая информация, это уже информация со ссылкой на Следственный комитет России. По предварительным данным, самолет рейсом 981 из Дубая при заходе на посадку в аэропорту Ростова взорвался и развалился. Вот есть такая информация агентства «Интерфакс». Это выживших в крушении самолета в ростовском аэропорту нет. На борту пассажирского самолета Flight Dubai, разбившегося при заходе на посадку в ростовском аэропорту, находились 62 человека. Это уточненные данные, опять же, повторю, источников. 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Никому выжить из находившихся на борту не удалось.